Разбитая посуда, как наша жизнь. Волонтер, как никто другой, понимает своих подопечных. Как ни стараешься спрятаться от действительности, она никуда от нас не делась. Дни у нас все опаснее, даже не доставка в домашний мини-приют собаки Симошка больше не приезжает, а ночи стали одна страшнее другой. Стараешься не замечать, стараешься засыпать с мыслью, что завтра точно будет потише, поспокойнее. А может, если волонтер не будет об этом думать, не будет писать и рассказывать, спрячется, как ребенок, закрыв глаза ладонями, то, может, этого на самом деле и нет. А потом слышишь и оцениваешь по звуку прилеты. Это не к нам, далеко где-то. А это уже рядом, это почти к нам, но пронесло же. Поиск такого позитива, в кавычках, наверное, со стороны нормальных людей просто ужасает. Но мы не в той ситуации. И еще в такие моменты молишься, хоть бы никто, кроме нее, этого не услышал, хоть бы не проснулся. Но там снова вой, снова жалобный плач со всех сторон, а утром у некоторых осипшие голоса не могут и тявкнуть даже. Еще одна страшная особенность этого года. Оно не прекращается уже больше недели. Стены дрожат, посуда падает, страшно. Поднимает волонтер Марина Абельдяева упавшую чашку, плачет не за разбитую кружку, а уже за разбитую жизнь. За забытое спокойствие наших собак, за их подорванное здоровье, за утраченные жизни, сколько уже потеряли, не выдержали этого ада, сколько все еще потеряем. Смотришь на них сейчас полусонных и понимаешь, они такие уставшие, нет игр, не утомленные от сытого ужина, не ленивые от раннего утра, они измучены очередной бессонной ночью. Еще страшнее заметить кого-то, кто без успокоительного перестал реагировать на все происходящее, перестал скулить или дрожать. Тяжело видеть, к чему привела эта апатия, как истощила их нервную систему, подавила инстинкты бояться и прятаться. А ну и у собак, видимо, такое бывает. И у них, видимо, происходят срывы. Что так хозяйки это состояние подкатывает все ближе, не выдерживает. Не убежать никак от этого, не загнать вовнутрь, не спрятаться ей сегодня в ладошки. Это не сработает.